Партнер сегодняшнего проекта, один из партнеров, это торговая марка «Зенет». Товары для здоровья. Надежда Исатова пришла сюда. У нее свои сюрпризы, но мы знаем, что Надежда только вчера. У нее произошло невероятное событие. Наверное, самое важное событие в жизни – это вы вышли замуж. И, естественно, мы не могли не поздравить Надежду с этим событием. Надежда, это вам. Эти цветы от еще одного нашего партнера магазина «Флора». «Флора ДНУА». Вас вместе с Флорой поздравляем. Скажите, почему именно «Зенет», почему товары для здоровья? Ведь многие сейчас зарабатывают больше на пороках. Тем не менее, мы пропагандируем здоровье, и мы, скажем так, одна из немногих компаний, которая хочет, чтобы наши люди, дети в том числе, были здоровы. Поэтому вот для здоровья. Какие товары? Мы предлагаем нашим покупателям очистители ионизатора воздуха, увлажнители воздуха. В первую очередь, это климатическая техника для дома, для того, чтобы создать, собственно, уютную и здоровую атмосферу в квартире, в офисе, в школе, то есть в том помещении, в котором мы находимся. А находится торговая марка «Зенет» в Донецке по адресу улица Постышева, 120. «Зенет» – все для здоровья. Но, как мы уже сказали, Надежда пришла с подарками, и у нее есть возможность, я вам помогу сейчас, вручить несколько подарков. Давайте сегодня оставим цветы. Вот такие подарки у нас есть. Давайте я вам буду помогать, а вы просто скажете... Кого вы выбрали? Ну, мне очень понравились девочки, волонтеры, да, с собачками. Где-то я их только что здесь видела. К сожалению, не видно. Кто подскажет, где находятся волонтеры? Где волонтеры? Только что была Анжелика у нас. А вот. Надежда, я их нашел. Значит, вот вам Надежда Исатова. Ага. Здравствуйте. Хотела бы вам вручить один из наших приборов. Это очиститель ионизатор воздуха. Насыщает комнату ионами, убирает шерсть животных, собственно, можно держать животных и не задумываться, скажем так, о дополнительных каких-то уборках. Укрепляет иммунитет человека. Спасибо большое. Отлично. Следующий. Следующий, мне очень понравилась вот эта вот собачка, маленькая. В данном случае я хотела бы вам подарить озонатор для холодильной камеры. Насыщает озоном, собственно, в холодильной камере расщепляются все бактерии, запаха убиваются. И у вас как бы будет всегда чисто в холодильнике. Возьмите. Надежда, и у нас самый большой, по крайней мере, по объему приз. Что это? Это увлажнитель ультразвуковой воздуха, и у него есть еще возможность добавлять аромамасло, то есть он увлажняет и помимо этого еще и освежает вот помещение. Кому достается этот приз? Вы знаете, здесь были такие тоже собачки в юбочках. Вот. Да. Вот они мне очень понравились. Признайтесь, кто хозяин этих прекрасных животных? Вас нашел приз. Вручаем вам увлажнитель воздуха с возможностью ароматизации, собственно, помещения. Итак, большое спасибо. Я хочу сказать, что с нами Надежда Исатова, компания, торговая марка «Зенет», которая является партнером нашей сегодняшней программы. Мы еще раз поздравляем Надежду с большим событием в ее жизни, с бракосочетанием. Надежда, это вам. И, да, и значок «Донецк Лайв» за участие в программе. Я хотела бы поблагодарить как бы вашу программу и пригласить жителей города, собственно, гостей города к нам в магазин. У нас достаточно много товаров для здоровья. Собственно, приглашаем, будем рады вас видеть. Спасибо большое. Спасибо, Надежда.